Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вам рассказать о своем одном из самых удачных заказов с китайского сайта, сайта GearBest. Я довольна, просто, я не знаю, не то что на 100%, а на 200%. На сайте GearBest огромный просто ассортимент, мне он очень понравился. Там очень приятные цены и огромный ассортимент. Вся информация будет в инфобоксе, никогда не забывайте туда заглядывать. Давайте начнем. Первое, собственно, ради чего затевался весь этот заказ. Я думаю, что некоторые знают, что я сейчас так активно стараюсь сбрасывать на ЖРТ. Вот, и мне нужен был такой помощник, с помощью которого я могу контролировать этот процесс. И это... Та-дам! Это умные весы, да. А мои весы, которые у меня есть, были, они тупые, а это умные. В общем, что же такое умные весы? Смарт-весы, умные весы. Данные весы не только умеют взвешивать, показывать ваш вес, но и также они рассчитывают просто кучу каких-то параметров. Я сейчас, чтобы не ошибиться, зайду в приложение. Кстати, весы от бренда Yunmai. Это Balance, вариант Balance. У этой марки есть несколько вариантов весов. По-моему, мини, что-то такое. По размеру они, по-моему, такие же. Только вот здесь какие-то другие, по-моему, контакты. Balance, Color, по-моему, какие-то премиум, что-то в этом роде. В общем, на любой вкус, цвет и кошелек. Кстати, вот на сайте GearBest мне удалось приобрести вот эти весы очень-очень так бюджетно. Если у нас, по-моему, такого плана весы стоит, ну, порядка, наверное, тысяч. Ну, 1005, мне кажется, умные весы стоят, да? Хорошие, с приложением. Ну, в общем, как надо. Эти же в районе, по-моему, 40 либо 50 долларов стоили. Ну, по мне, это очень приятная цена. Так вот, перейдем к приложению. У весов есть приложение. Также Yunmai оно называется. Оно полностью русифицированное, кстати. Я выбирала между весами от Xiaomi и Yunmai. Yunmai немножко бюджетнее, по-моему. В общем, не знаю, мне они понравились больше. Решила остановиться именно на них. А здесь больше показателей они умеют измерять. Кстати, вот это вот не просто декор, это электроды, контакты, на которые нужно становиться. Носочек, пяточка, так сказать, замыкать цепь. Они сквозь квас пропускают маленький заряд электричества. Не бойтесь, током точно не долбанет. В общем, ничего страшного, вы даже не почувствуете. И за счет этого, за счет там различного сопротивления различных тканей организма, они измеряют кучу просто характеристик, которые я вам расскажу. Работают часики от трех батареек. У меня в моем варианте батареек в комплекте не было, но я слышала, по-моему, в некоторых вариантах они идут с батарейками. В общем, здесь у нас закаленное стекло, на него можно стоять, вставать, не бояться. На сайте GearBest они заявлены до 150 кг, на сайте производителя они заявлены до 180 кг. Я думаю, что они все-таки 180 выдерживают. Весы синхронизируются с телефоном по Bluetooth. Помимо того, что весы измеряют вес, они также высчитывают индекс массы тела, процент содержания жира в организме, проценты и, по-моему, вес даже указывают скелетных мышц. Или процент только, по-моему, процент. Да, процент скелетных мышц, процент содержания воды в организме. Также здесь есть подсказки относительно того, что много, мало или нормально. Также процент содержания белка, протеины в организме, внутренний жир, то есть это жир, который находится на внутренних органах. Кости, процент соотношения, так, веса костей, и также указывают вес этих самых костей. УБМ – это уровень базального метаболизма, то есть это тот уровень, который способен сжечь ваш организм в состоянии покоя. Потребить не более данного числа калорий, находясь в состоянии покоя в этот день. Как-то примерно так, чтобы не поправиться, ну и не похудеть. Если же вы хотите похудеть, то нужно больше сжигать калории.
Вот. И также весы определяют вес, возраст вашего тела, исходя из этих показателей. Вот, в общем, эти весы умнее меня, на самом деле. Они действительно очень хорошо помогают ориентироваться, как, чего и сколько. В общем, безумно ими довольна. Каждый день просто ими пользуюсь, и они классные. Если вам интересно узнать более подробно об этих весах, то пишите в комментариях, и я сниму отдельное видео, все покажу, все расскажу. Давайте к следующей покупке с этого сайта. Это еще была одна моя давняя хотелка, но которая мне казалось, что, блин, это стоит таких заоблачных денег, что, наверное, я никогда себе это не позволю. Но сайт GearBest меня выручил. Вот такая вот штука. Кстати, когда я выложила, по-моему, в сторис фоточку или видео, даже я уже не помню, мне просто закидали вопросами, был дикий наплыв каких-то сообщений, и давненько такого не было, по крайней мере, в личку, в общем, мне забомбили вопросами, что это, кто это, откуда, как оно вообще. В общем, это фотоэпилятор от бренда Camay. А с брендом, с этим я знакома, мне он нравится, он бюджетный и довольно-таки неплохого качества у него товара. У меня от этого бренда есть вот такая вот пилочка для ног. Вот, в общем, фотоэпилятор для домашнего применения, очень-очень простой. В общем, он у меня, наверное, порядка месяца. Пока я им сделала две процедуры только. Ну, говорить об эффекте, конечно, пока рано. Я думаю, что хотя бы через пару месяцев будет видно, есть результат, нет результата. Я обязательно дополнительно сниму видео об этом фотоэпиляторе, потому что вопросов было очень много, и я считаю своим долгом рассказать, работает он, не работает. Но что хочу заметить, вчера, когда я села делать вот эту вторую процедуру, я взяла пинцетик, да, дабы проверить, потому что перед процедурой я за день где-то примерно брею ноги, и, в общем, взяла пинцетик, чтобы как-то подцепить маленькие волосочки и посмотреть, вылазят они или не вылазят, потому что после процедур данным фотоэпилятором, после процедур фотоэпилятором волосы должны потихоньку выпадать. И что я заметила, что некоторые волосинки действительно просто вытягиваются из луковиц, то есть я не чувствую никаких болевых ощущений, то есть, ну, вот они должны вывалиться, скажем так. Какие-то, да, еще какие-то болезни, но, в общем, я думаю, что эффект будет. Но он, конечно, будет такой не краткосрочный, а, скажем так, долго ожидаемый. Назовем это так. В общем, что же идет в комплектации? Все очень просто. Вот такая вот коробочка. Здесь у меня осталась и лежит только запасная лампа. Да, в комплекте идут две лампы, и это просто великолепно. Потому что не нужно ломать голову и где достать лампу, когда придет время ее заменить. Но я думаю, что для одного человека, для домашнего применения, мне этих двух ламп хватит точно надолго. Но, тем не менее, лампы эти свободно продаются на тех же китайских сайтах, потому что, ну, вот этот бренд, ну, он такой, скажем так, более-менее популярный. Вот. Ну и, собственно, что же мы хотим посмотреть сегодня, это эпилятор. Он выглядит вот таким вот образом, вот такая вот приблудка. Здесь есть блок питания, собственно, сам аппарат с лампой. Лампа вставляется вот сюда, вот так вот, оп, и все. Все очень просто. И в комплекте были еще вот такие модные очечки. Чтобы защитить свои глаза во время процедуры, нужно одевать эти очки. И, собственно говоря, пищ, делать так. Ну, очки, я думаю, что мы с вами отложим пока. Это не самое интересное на самом деле тут. Давайте включим. А во время процедуры аппарат довольно сильно нагревается. А в связи с этим я сделала себе такой вывод, что я делаю обычно до колена одну ногу. И отключаю его где-то на полчасика, чтобы он полежал, отдохнул и остыл. Мне так комфортнее,
И не знаю, нужно ли так делать, не нужно ли так делать, я не знаю, но я так делаю, чтобы не перегрелось, не дай бог, не сгорело. В общем, при включении в розетку здесь загорается красный индикатор. И для того, чтобы агрегат наш начал работать, нужно нажать кнопку питания. Я думаю, вам прекрасно слышно, что там сразу зашуршало все. Заработали какие-то вентиляторы, как мне кажется. А на вот этой поверхности есть всего три кнопки. Это, собственно, включение-выключение. А кнопка регуляции мощности плюс-минус. Прибавить, убавить. Есть три уровня мощности. Я, в принципе, без проблем использовать стала сразу на самом мощном уровне. Единственное, в некоторых нежных зонах, под коленками, около щиколоток, бывает на самой большой мощности больновато, ощутимо. Вот эта вот температура, я в это время убираю где-то на одно деление, и на средней мощности использую на этих зонах все великолепно. Но, как правило, все в основном делаю на максимальной мощности. Мне комфортно, мне не больно, и ну почему бы не делать на максималках. Вот, в общем, здесь есть индикатор. Один показывает уровень мощности. И два индикатора, они для, скажем так, для того, чтобы убедиться, что мы правильно поднесли агрегат. То есть, когда мы его как-то неправильно подносим, то индикаторы просто горят. Если же мы правильно направили, то индикаторы начинают мигать, подтверждая тем самым готовность. Все делается очень просто. Направляется. И нажимаете. Давайте я... И здесь есть еще одна кнопка, собственно, сам пуск вот этой штуки. Давайте я, наверное, очки не буду надевать, просто закрою глаза. Ну. В общем, ух ты. Иногда, кстати, иногда, когда я делаю, начинает пахнуть такими палеными волосами. Даже дымок пошел, ну-ка. На коже нет никаких ни покраснений, ни раздражений. В общем, все великолепно. Данный способ эпиляции мне нравится тем, что... давайте выключим. Не возникает проблем вросших волосков. Я пыталась одно время пользоваться эпилятором, скажем так, классическим, который выдирает волосочки, но я замучилась с вросшими волосами. Единственные зоны, где я могу пользоваться эпилятором, обычным эпилятором, это руки. Я делаю до локтей, потому что, ну, у меня темноватый волос, и мне это не нравится. Вот, в общем, только здесь более-менее нет проблем вросших волосков, на ногах же это просто ахтунг. Я потом сижу, это все выковыриваю, мне это надоело, я плюну. Я хотела перед отпуском начать делать процедуры, да, обычным эпилятором, а дабы в отпуск поехать с гладкими ножками. Но я плюнула и забросила все это дело, потому как, ну, просто трындец с этими волосками вросшими, ничего не помогает. Ни скрабы, ни крема, ничего не помогает, волосы все равно врастают. В общем, спохватилась я поздно, думаю, что, конечно же, я уже не успею добиться какого-то результата с этим эпилятором, но ничего, к следующему сезону зато я буду готова. Эпилятор собран хорошо, нигде никаких ни люфтов, ничего нет, работает великолепно, все мне очень нравится. Единственное, что вот эта лампа, она небольшая и очень-очень долго делать процедуру. В общем, одна нога у меня занимает, наверное, как минимум час точно, да. Это делать очень долго. Но, надеюсь, будет результат хороший, и я со временем буду все реже и реже пользоваться данным эпилятором, и, возможно, далее буду уже точно какие-то зоны только обрабатывать. В общем, обязательно в ближайшем будущем вы узнаете, помог, не помог. Давайте договоримся, через 3 месяца с вами встретиться снова по этому же вопросу, и тогда я вам уже все расскажу, что же было, как же это было, понравилось, не понравилось, помогло, не помогло. Вот. А на этом сегодня все. Все ссылочки на сайт Гербез будут в описании, не забывайте туда заглядывать. А также мне будет очень приятно, если вы поставите пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока, до новых встреч!